Чедрлунская футбольная команда «Саксон» продолжает борьбу в рамках чемпионата Молдовы. 3 октября 2010 года наши футболисты играли в городе Тараклия. Игра проходила на равных. Обе команды активно атаковали ворота соперника. Однако во второй половине первого тайма хозяева смогли пробить оборону чедрлунцев и открыли счет в игре. На протяжении оставшегося времени команда «Саксон» пыталась отыграть мяч. Но несмотря на поддержку болельщиков чедрлунцев, хозяева сохранили счет до конца игры. Ну как сегодня? Забили гол, как бы, и потели, видели, что. Во втором тайме немного физически потели, мы как бы собрались недавно, буквально месяц тренируемся, играем. Ну, со временем потихонечку набираем, со временем, думаю, что покажем лучший результат. Чуть-чуть не везет нам. В чем не везет? Какие ошибки, проблемы какие? Не везет, чуть-чуть нападающему. Ну, были моменты тоже у нас забить, два момента было, чуть-чуть не повезло. Чем мы будем тренироваться? Может, на следующую игру мы выиграем. В последнее время в Республике Молдова спорту и, в частности, футболу начали уделять больше внимания. Это и Федерация футбола, и некоторые местные власти, и просто люди, которые любят и уважают этот вид спорта. На сегодняшний день спонсирует команду районный совет и примария. Конечно, в прошлом году вложили достаточно средств, чтобы стадион привести в порядок. Он еще далеко не в том виде, который бы мы хотели иметь, но все-таки сделано кое-что, и продолжать будем делать так, чтобы спортивная база соответствовала тем стандартам, которые сегодня должны быть. В этой игре победу одержала команда города Тараклия со счетом 1-0. Чедрлунцам, возможно, остается проанализировать и учесть свои ошибки на будущее. До конца чемпионата Молдовы участникам предстоит сыграть еще несколько матчей. И от того, как они их проведут, будут зависеть результаты турнирной таблицы.